В преддверии женского праздника съемочная группа телеканала ITV решила узнать, какие цветы пользуются наибольшей популярностью. Нас просветит специалист букета столицы Олеся. Здравствуйте, Олеся! Сейчас, перед 8 марта, наблюдается огромнейший ажиотаж среди мужчин именно на цветы. Действительно ли это так? В наше время очень сложно удивить покупателя, и поэтому в нашем салоне вы найдете огромное разнообразие экзотики. Известно, что разные цвета букетов олицетворяют разные значения. И все-таки какие цвета что означают? Желтые цвета обозначают богатство, белые – верность, розовые – невинность, нежность и красные – страсть. То есть желтые тюльпаны – это не вестники разлуки, а наоборот, к богатству, да? Да, так что чаще нужно покупать желтые тюльпаны. А что насчет роз? Они все так же актуальны на каждый случай? Розы всегда актуальны во все сезоны. Розу любят женщины разных возрастов, и поэтому роза подойдет на любой праздник. Вот сейчас перед нами удивительного цвета розы, желтые с красной окантовкой. Давайте из них что-нибудь придумаем, сделаем какой-нибудь красивый букет. Давайте. Роза, значит, у нас собирается по спирали. Вот у меня с первого раза даже и не получается. Вот такие букеты у нас получились. Дорогие мужчины, приходите к нам в салон поздравлять своих женщин. А торговая сеть «Букет столицы» поздравляет вас, женщин, с 8 марта. Желаем вам красоты и здоровья. Спасибо вам большое за то, что нам все подробно рассказали и показали. И я вместе с телеканалом ITV присоединяюсь к поздравлениям. Дорогие женщины, с 8 марта смотрите ITV, ждите новых эмоций.